Всем привет! Я нахожусь в Ростове-на-Дону в парке имени Островского. Вот такая осень красивейшая. Вот они, веревочные аттракционы. Канатные. Аттракционы все закрыты, я так понимаю. Ух ты, лошадь по дороге поскакала, по проспекту Сельмаш. Лошади. Аттракцион «Солнышко». Вот такое старенькое колесо обозрения.
аттракцион закрыт на ремонт, посещение запрещено. Любовь, автодром, пингвинчики целуются. Вот такие рассельмашевские комбайны и символы колоски. Солнечное дерево, архитектурно-парковые композиции. Создано для ростовчан, жителей города Ростовским региональным отделением межрегиональной общественной организации содействия охране окружающей среды «Живая планета». Десять сорок девять по времени, вот они лошадки снова. Медведь с гармошкой.
Вот так. Жирафа. Вот они и Гена с Чебурашкой. У Гены еще мышка какая-то в кармане. А вот и сам Островский.